Дурацкая корзинка. Фиг достанешь. Васек, ну ты долго тут копаться будешь? Давай быстрее. Я тоже хочу мышек своих найти. Да погодите, мох. Да ты уже тут полчаса ковыряешься, чтобы найти свой один единственный покоцанный мячик. Нет, я сегодня решил во что-нибудь другое поиграть. Ну только вот никак не решу, что же мне выбрать. Может быть, вот эту вот мышку? Или все-таки мячик? Все, решено. Беру вот этот вот мохнастый мячик. Ну, наконец-то, Васек определился. Всю корзину перешевырял. Теперь фиг чего найдешь. Вот этот, что ли, мячик взять? Нет, этим вчера играл. Так, а что это у нас тут такое? Под мячиком спряталось. О, мышка. Ладно, мышку тоже пока оставим. Так, что тут еще? Морковка эта дурацкая вечно мешается под лапами. А, вот она. Мышка беленькая, моя любимая. Ну что, Тимох, сколько сегодня мышей утопил? Пока только одну. Чего это сразу утопил-то? Может, я ее плавать учу?